Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. ГЖД сократила отчисления в бюджет Кировской области. За 9 месяцев перечислено 680 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году за 8 месяцев направили 800 миллионов. Меньше перечислили железнодорожники и в другие объекты, на территории которых работают. Общий объем налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов, на территории которых расположена Горьковская железная дорога, и во внебюджетные фонды в январе-сентябре 2020 года составил 9 миллиардов 800 миллионов рублей. Программа «Экономика». Тем временем поезд «Вятка» будет ходить реже. С 13 ноября меняется расписание. Почти до конца декабря фирменный поезд будет курсировать между Кировом и Москвой не каждый день, а трижды в неделю. По данным кировского филиала ГЖД, во вторник, четверг и воскресенье. Полноценно поезд ходил с июля, когда начал восстанавливаться пассажиропоток. На фоне сокращения поездов до Москвы, увеличивая число рейсов в этом же направлении, авиакомпания «Победа» с 26 октября будет осуществляться 2 в сутки. Экономика на 101 FM. Вятская торгово-промышленная палата определила бизнес-события сентября. Накануне состоялась первая церемония награждения премии «Бизнес-события года». Президент ВТПП Андрей Усенко вручил награду гендиректору агропромышленного холдинга «Доронича» Константину Гозману. По итогам сентября самым значимым бизнес-событием в Кирове признано вхождение холдинга в пятерку крупнейших производителей молока в стране по версии издания «Milk News» Национального союза производителей молока и консалтингового агентства «Стреда Консалтинг». На встрече с главой холдинга Андрей Усенко отметил, что для ВТПП как организатора премии важно поощрять дела, проекты, воплощенные в жизнь, события, которые происходят в бизнес-среде. Премия призвана показывать результаты работы предпринимателей, будет присуждаться каждый месяц. По итогам года состоится церемония награждения победителей по отраслям. В завершение о валютах на сегодня. Доллар стоит 77 рублей 3 копейки. Официальный евро 91 рубль 34 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.